Ну, на сайте везде у вас указано, что доставка бесплатная товара для франчайзера, да? Да. Хотел бы уточнить моменты, как это будет проходить все. Что касается доставки. На самом деле, во-первых, нам это выгодно. Почему? Потому что когда мы доставляем двери до вас, обычно мы едем через несколько городов-партнеров и постепенно разгружаем эти двери, которые мы везем. Соответственно, сразу повторюсь, что доставка для вас будет бесплатной. Это не основное наше конкурентное преимущество. Основное конкурентное преимущество, то, что доставка будет происходить четко по определенным дням недели. То есть, если ваш продавец продал в воскресенье дверь, а наша машина приходит во вторник, он смело может сказать, во вторник вашу дверь мы привезем. Если человек пришел в понедельник, соответственно, он может сказать, во вторник мы вашу дверь привезем. Соответственно, если уже машина пришла, то доставка там два раза в неделю, допустим, вторник, пятница, то следующая доставка будет в пятницу. Многие партнеры спрашивают, а вдруг мы мало продадим, допустим, у нас будет всего одна дверь. Ну да, продал, например, одну дверь, что делать-то? Да. Еще раз повторюсь, доставка бесплатна, и она будет в один и тот же день. То есть, если вы продадите, и вам нужно довезти одну дверь, мы вам повезем одну дверь. Но поверьте мне, здесь есть некая наша хитрость, да, потому что обычно наши партнеры очень быстро набирают обороты, и мы возим уже полными машинами, и никак это на цене логистики не сказывается. То есть, так что здесь все хорошо.